Сегодня Кабинет министров Чувашии и Российская государственная страховая компания подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили своими подписями глава Чувашии Михаил Игнатьев и генеральный директор страховой компании Данил Хачатуров. Соглашение определяет направление сотрудничества правительства Чувашии и Росгосстраха в вопросах страхования и обеспечения гарантий по восстановлению имущества физических и юридических лиц в случае чрезвычайной ситуации на территории Чувашии. Михаил Игнатьев отметил, что Росгосстрах занимается страхованием не только горожан, но и сельских жителей и всегда готов прийти на помощь. Даниил Хачатуров сообщил, что чувашский филиал Росгосстраха входит в пятерку лучших региональных представительств. В компании на территории республики работает более 1000 человек.